Всем привет! Я хочу рассказать всем свойства своей магии глаз. Кому интересно, с какой целью и чем я вам могу помочь, соответственно, удивить вас. Так сказать, далеко не новым моим открытием. Но, как я понял, на нашей планете людям, если по телевизору не начинают объяснять, то сами они как бы не стараются сделать что-то для себя, узнать. И не идут, не спешат, так сказать, к познанию, не говоря о Вселенной. Вот это вот 4 бумажных листа. Это есть фотографии. Вот это вот фотография первая, да? Такой цвет. С бирюзовым, такой голубой, с бирюзовым оттенком. То есть смысл в чем? Магия глаз работает даже на фотографии. То есть поставь сейчас из вас на паузу любой, да? Соответственно, вот этот зрачок глаза, ока на фотографии увеличивается во весь лист. И знаете, это занимательно и очень интересно. Мне кажется, с обеих сторон. Исходя из того, что у палки два конца, есть свои плюсы, есть свои минусы. А что я могу добавить? В чем заключается сам феномен? То, что я первый в истории, соответственно, который пришел с просторов Вселенной, и это однозначно. В истории нет ничего подобного. Возможно, какую-то информацию скрывает Ватикан. Ну, в принципе, это не удивительно. То есть феномен заключается в том, что вы можете скачать эти фотографии. Кстати, добавлю, на бумаге, на фото рисунки выглядят гораздо лучше и гораздо приятнее смотрятся. Обладают, соответственно, магическим свойством. Я зашел в салон Фуджи, у нас в Шадринске. Недорого, за 30 рублей с переносного, значит, накопителя мне распечатали несколько фотографий. Во-первых, если вы работаете в офисе, или где-то еще в каком-то заведении, или вы хотите украсить свой дом, свою квартиру. Допустим, символика Windows вам подойдет где-то в компьютерной комнате. Какие-то калейдоскопы или еще какие-то цветы с моего сайта, фотографии, они будут, так сказать, выглядеть неплохо, занимательно и, так сказать, со своим вкусом. Потому что наши картины, масляные краски, там, да, квадраты Малевича, так сказать, они находятся уже в вчерашнем веке. И это не просто так. Мы должны идти в будущее, идти в ногу со временем. Это простые цифровые фотографии, простая бумага. То есть это никакой не подвох. Никакой не монтаж. Я могу встать и поднести поближе, конечно же. Ставите на паузу. И видите, как с простой фотографии пишется видео. И магия работает. Это, соответственно, сверхфеноменально. Что же я хочу вам добавить? Во-первых, ученые, если находят какое-то тому объяснение, то я могу сделать следующий, так сказать, взнос своей информации. Если исходя из того, что вначале ты фотографируешь глаз, и магия работает тогда, когда я фотографирую глаз стоя.
То есть я встаю, делаю снимок, магия глаз работает. Когда я нахожусь в позе сидя, ну или лотоса, если делается снимок, магия не работает. И заметьте, это не просто так. По фотографии, как у нас вообще происходят фотографии? То есть машина делает распечатку, то есть делает ту же самую копию и наносит соответствующие краски на бумагу. Если кто-то раньше говорил, то есть человек не знающий, больше который верит в Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного, также я могу сказать, что я не являюсь феноменом или персонажем «Властелин колец». Я простой человек, родился в 6 часов утра, так сказать, сын Зари, в городе Шадринске, это Курганская область, 45-го региона, как и все, 12 июня 1981 года. И по этой фотографии, можно как-то соответственно вычислить код самой магии. Вы сами понимаете, энергетика. Я, конечно, не участвовал ни разу в битвах экстрасенсов, но даже они понимают, что это невозможно. Энергетика не может и как видеофайл копироваться на фотобумагу. Смысл в чем? Если у нас есть такие доброжелательные люди и, допустим, делают спецпрограммы, вставляют в видео, которые вызывают агрессию, раздражение, то сама суть феномена, исходя из элементарного, сделать это с фотобумагой практически невозможно. То есть вы можете смело скачать себе от сотни до 200 различных работ, сделать распечатки, украсить квартиру. Также можно сделать распечатки цветов у меня на сайте. То есть вот эти вот двойной калейдоскоп. Можно украсить это все, даже целый потолок. Можно сделать так, что глядя на потолок вверх, ты будешь видеть там целую магическую поляну. И добавлю следующее. Если кто-то видит магию глаз на первых секундах, как зрачок увеличивается, то цветок, который сделанный двойным калейдоскопом, он начинает оживать. И он начинает занимать и удивлять своим магическим свойством. Человек успокаивается, соответственно, в самой психологии, не только от удивления. Это энергетика. И калейдоскоп, цветы, они начинают оживать так красиво, что это очень занимает и дает равновесие вашей душе и, так сказать, успокаивает ваш разум. То есть это очень полезно, это сверхфеноменально. Я считаю, что я не только первый на вашей планете, так как и ничего подобного я не мог найти ни в интернете, нигде. И знаете, где бы я ни ходил, и чем больше я собирал информации, вы знаете, и приходил к тому, что корни ее совершенно не из истины исходя, а исходя из бизнеса и обмана людей. То есть, что я могу сказать? Это энергетика, которая впадает в меня. Соответственно, я могу усыплять и своим взглядом, без фото или видео, смотря человеку в глаза. Но это происходит медленнее. Потому что фотография увеличена, глаз увеличен до большого размера. И это играет немаленькую роль. Вы можете скачивать видео, можете выключать звук, если не подходит вам та композиция, ставить различные свои по вкусу. Можете смотреть видео перед сном, можете украсить, так сказать, в принципе, даже спальню. Ведь все элементарно и просто. Я ничего в этом плохого лично не вижу. Потому что человек, он
хочет отдохнуть, он хочет успокоиться. И поверьте, вы избавитесь от всяких кошмаров. Ваша жизнь, она станет значительно лучше и спокойнее. Чем больше у вас будет фотографий в доме, тем будет у вас меньше негатива. Исходя из того, что на фото, видео, файлах, когда зрачок увеличивается, люди в дальнейшем видят яркий свет. И знаете, такой не яркий цвет, а именно что свет, что, то есть святость. Это есть то, что это я бы не стал бы себя называть, так сказать, громкими словами, там, мессия там, или еще как-то. Как я понял, в мессии вы совершенно не нуждаетесь. И я весьма рад тому, сами понимаете. В общем, друзья, вот я поделился, значит, своим феноменом. То есть 30 рублей стоит распечатка фотографии. 30 рублей. А если честно, если бы правительство, как правительство из своих целей финансовых не стали бы прививать в отношении меня, вам за меня шизофрению или наговаривать, эта фотография сейчас бы стоила в Европе на выставке не менее миллиона долларов. И это факт. Это понятно, что сейчас много файлов. Я работал в интернете, пытаясь пробиться к людям не один год. Я сидел сутками, засыпал у компьютера и просыпался в надежде, что кто-то из вас когда-нибудь просто как-то, я не знаю, там, поблагодарит меня. Но почему-то я замечаю от вас исходящую только такую негативную сторону. И я не понимаю. Я понимаю, что много фильмов есть. «Властелин колец», там, «Mortal Kombat». Но вы поймите, что если исходить из мифологии богов, у Одина был Локи. И не только Люцифер. Понимаете смысл в чем? Надо исходить из реального и из материального. Все остальное это мифология. Как можно мне не верить, а верить тому, что, допустим, там написано кем-то, непонятно. Я не только художник, я также пишу поэзию. И некоторые говорят, почему она у тебя такая мрачная, то есть, так сказать, слегка грустная. Вы знаете, зато она умная. Да-да, зато она умная. Мне не нравятся Пушкин, мне не нравится Есенин, потому что это женские поэты. И это так. Это женские поэты. Я поэт, не только женский, я поэт человеческий. Я пишу так, как есть. И знаете, когда люди читают и понимают, то до них доходит, что написано очень даже с хорошим смыслом. В моей поэзии есть не одно значение, два, то и три, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, не буду у вас занимать больше времени. Я надеюсь, что в дальнейшем все-таки вы поймете. Я не хотел бы, чтобы меня признали после смерти. Понимаете? Мне совершенно не нужна такая история. И я не для этого создавал все это. Вы поверьте, кто я вообще и кем являюсь. И поверьте, что после смерти-то у меня не то чтобы все есть, у меня всегда все было. Вот такие вот глаза вообще есть не у каждого. И поверьте, во Вселенной, так сказать, мне нет равных с одной точки зрения.